Завтра, 13 января, в нашей стране отмечается День российской печати. Он приурочен к выходу в Москве первого номера первой российской печатной газеты «Ведомости» в 1703 году. Несмотря на такое официальное название, празднуют его не только журналисты печатных изданий, но и телерадиокомпании, а также сетевых СМИ. По данным Управления Роскомнадзора, на данный момент в Чувашии зарегистрировано 157 средств массовой информации. Среди них 122 периодических печатных издания, 12 телеканалов, 18 радиоканалов, 2 информационных агентства.